Среди немногого приятного за минувшие недели для меня то, что мы не смогли договориться в большой семерке или двадцатке в отношении Сирии. Потому что означало «договорились»? Это означало бы, что Россия вновь приняла к исполнению то, что решили там, на Западе. Но, наконец-то, Россия, имея свою точку зрения, ее не сдала и не продала. И поэтому сегодня, когда мы уже видим, что Башар Асад поддерживается абсолютным большинством сирийцев, что нет вооруженной оппозиции, а есть вооруженные наемники, засланные извне для свержения сегодняшнего руководства Сирии, как это было и с Муаммаром Каддафи. И сегодня Россия, к счастью, не повторяет ошибки своей собственной, которая была сделана в отношении Ливии. И мир все больше понимает, что в этой твердости России залог безопасности земного шара. И я убежден, что развиваясь в эту сторону, следующей двадцатке уже будет достигнута договоренность, что все признали правоту России в отношении Сирии и приняли сообща бы меры по прекращению эскалации конфликта вокруг этого суверенного государства.